Друзья, всем привет! Мы с вами в магазине «Галамарт». Посмотрим сегодняшние февральские новинки. Давно я здесь не была. Что тут новенького? Мне интересно. И сегодня мы хотим посмотреть подарки мужчинам на 23 февраля. Кому это интересно, присоединяйтесь. Посмотрим вместе цены и что можно выбрать. Так, акция по 23 февраля. Набор подарочный мужской. Вот посмотрите, набор подарочный от Gillette. Гель для бритья и станок. Цена 329 рублей. Вот еще один набор от Gillette. Бритва плюс две кассеты плюс гель 399 рублей. Вот по бюджетной цене набор от фирмы Arco. Пена для бритья 200 мл, крем после бритья 199 рублей для чувствительной кожи. Вот давайте на этой стоечке еще попробуем отыскать подарок мужчинам. Так, акция по 23 февраля. Термос Хаки 500 мл, нержавеющая сталь, цена 199 рублей. Отличный подарок будет. Вот еще термос металлический. Ветта, акция по 23 февраля, на 1 литр 399 рублей. Здесь термоса разного объема и разных цен. Термос-кружка вакуумная, 400 мл, старая цена 213, новая 149. Давайте посмотрим стоечку с кружками. И попробуем здесь отыскать подарок для мужчин. Ничего себе, какая огромная пивная кружка. На 500 мл 285 рублей. Стеклянная, с декором. Красивое оформление. Кружечка недорогая. Старая цена 199, новая 139. Это кружечка полегче. Фляжка 240 миллилитров. Старая цена 213, новая 149 рублей. Предлагаю вам посмотреть еще один стенд, который состоит сплошь из подарков для мужчин. Давайте поближе посмотрим. Ну вот чем не подарок. Селфи-палка, штатив беспроводной. Цена снижена. Новая 229 рублей. Есть другие виды и различные цены. Наушники с микрофоном. Ручная работа. 269 рублей. Наушники с микрофоном. 1,2 метра. 179 рублей. Посмотрите, сколько наушников. Цены разные. Вот здесь гарнитуры черного цвета. Коробочки 129 рублей. Наушники вставные с гарнитурой 120 сантиметров 131 рубль. Наушники длина 1,15 метров с микрофоном 99 рублей. Вот совсем недорогая цена. Снижена 59 рублей. Стоят вот такие наушники. Так, что у нас повыше? Наушники другого вида. Смотрите сами, цены показываю. В этом отделе столько секций, где можно подобрать подарок для автомобилистов. Ну вот, например, компрессор автомобильный, кейс 1099 рублей. Компрессор автомобильный, штекер, прикур. Цена 1665 рублей. Вот стоечка с различными ароматизаторами подвесными.
Не забудьте про такой вариант подарка. Очень актуальны для автомобилистов в зимнее время вот такие вот провода-прикуриватели. Мы недавно столкнулись с такой проблемой и оказались с разряженным аккумулятором. И нам так не хватило этих проводов. Цена 295 рублей, 2,5 метра. Этот прикуриватель вот в такой удобной сумочке упакован. Есть провода вот такие, без упаковки в сумочку. Цена 199 рублей. Добрый день. Здравствуйте. Вы выбираете, наверное, мужу подарок на 23 февраля? Да. И что это? Ну, мы хотим оплетку. Оплетку к рулю. Оплетку к рулю. Замечательно. Сколько стаж уже вашего мужа, стаж вождения? Больше 40 лет. Больше 40 лет. Какая вам понравилась такая оплеточка? Пока еще выбираю. А, вот такая, да? 399 рублей. Старая цена была 570 рублей. Красивая оплетка. Легко одевается, удобный захват руля, универсальный размер. Поздравляю вас с таким подарком. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Наступающим праздником. Вот очень удобная воронка, пластик, 14 на 32 сантиметра. И она очень удобна для того, чтобы заливать бензин в любой бензобак. Можно вот триммер, мы пользуемся на саду триммером. Цена такой воронки 79 рублей. Подушка меховая на сиденье 40 сантиметров, 40 на 32 сантиметра, 249 рублей. Жилет автомобилиста светоотражающий, цена 129 рублей, старая цена была 259. Вы что-то уже приобрели? Да, приобрела вот на 23 февраля. Ящичек приобрела под инструмент мужчине. Да, как бы, чтобы в машине ничего не валялось, а все, ящичек сложится. Ну, пусть подарок понравится. Хорошо, спасибо. А вот в этом отделе можно подобрать подарок мужчине, который любит мастерить и умеет это делать. Инструменты, бывает, выходят из строя, поэтому их надо заменять. И вполне можно что-нибудь такое подарить. Такой подарок мужской, конечно, женщине тяжело выбрать. Инструменты для мужчин – это то же самое, что кухонные принадлежности для женщин. Но зато такой подарок может выбрать мужчина для своего друга. Посмотрите, выбирайте. Степлер мебельный, пластик, 259 рублей. Вот другой степлер мебельный, 339 рублей. И вот посмотрите, хорошая скидка. Вот на такой степлер. Причем этот степлер мебельный регулируемый. Очень большой выбор отверток разнообразных. Кусачки. Кусачки шлифованные. Кусачки с двухцветкой. Вот часто нужны бывают мужчинам ножницы по металлу для различных работ. На том же самом саду, на даче. Ключ разводной. Это для сантехники в домашних условиях. Также и на даче. Так что, женщины милые, приходите, выбирайте подарок своим мужчинам. Вот это очень хороший подарок. Почему бы не подарить уровень. Уровень магнитный, уровень строительный. Посмотрите, сколько тут видов разнообразных. А вот замечательный подарок для рыболовов и охотников. Это газ для портативных плит, универсальный металлический баллон 220 граммов, 64 рубля. Можно найти подарок мужчинам и вот на этой стоечке, среди всевозможных часов и будильников. Вот часы настольные в виде автомобиля ретро. Цена на него снижена. Новая цена 199, старая была 284. Прекрасный подарок. Вот такой подарок только что купила одна мама своему сыну.
такой подарок можно сделать на работе вашему шефу, начальнику, мастеру, просто коллеге. Друзья, давайте я покажу вам свои покупки из Галамарта. Это подарки к 23 февраля моей половинке. Подарки мои практичные, полезные и нужные. Первое, это я дарю из Галамарта вот такой подарок. Это провод-прикуриватель для зарядки аккумулятора от другого автомобиля. Почему я выбрала такой подарок? Муж автомобилист, и я уже вам рассказывала в этом видео, что с нами случилось этой зимой. Мне понравился именно такой вариант, потому что он такой в сумочке. Провода всегда будут аккуратно лежать и будут занимать немного места в багажнике автомобиля. Это мой первый подарок. Второй мой подарок, тоже из магазина «Галамарт». Это тоже полезный, нужный подарок. Не удивляйтесь, это вот такая воронка. Она многофункциональная. Можно открутить вот эту насадочку. Это будет обыкновенная воронка для различных целей. Здесь вот еще такая есть ручечка очень удобная. И если я прикручиваю эту насадочку, муж прикрутит насадку, то он сможет заливать бензин, любую жидкость в труднодоступные места. У нас есть триммер для того, чтобы косить траву. И я не раз наблюдала, как мужу не очень удобно заливать бензин в наш триммер. А вот с этой насадочкой, с гофрированной, это будет очень удобно делать. Вот такой у меня второй подарок получился из магазина «Галамарт». Ну, третий мой подарок, это не из магазина «Галамарт», но, тем не менее, это любимый бальзам после бритья. Такой бальзам очень хорошо успокаивает кожу, и мужу он очень нравится. Вот такие три подарка я приготовила своему мужу на 23 февраля. Ну и в преддверии наступающего праздника 23 февраля я хочу поздравить всех мужчин и подписчиков нашего канала, и гостей, и всех, кто смотрит это видео. От всей души пожелаю вам, мужчины, защитники Отечества, здоровья, успехов, всех благ. И пусть вам никогда не придется брать в руки оружие. С праздником, дорогие мужчины! Сегодня я показала вам много товаров в Галамарте. Если я вам смогла быть полезной, буду очень рада. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых видео. Пока-пока.